школа, с директором прежде всего. Вот с этого ответственного мужчины, которому так много дано. С чего начинается школа? С директорских пристальных глаз. Вот с этого серьезного мужчины, который помнит о каждом из вас. Слово предоставляется директору нашей средней общеобразовательной школы номер 5 Дмитрию Андреевичу Приведёв. Добрый день, дорогие наши выпускники 9 классов, уважаемые педагоги, родители, гости. Дорогие ребята, поздравляем вас с праздником, с последним звонком. Далее перед вами открывается горизонт больших возможностей. Именно вам предстоит выбрать, по какой дороге вам идти. Каким бы этот выбор ни был, мы вам желаем ничего не бояться, оставаться такими же смелыми, правыми, уверенными и целеустремленными ребятами. Пусть ваши мечты превращаются в счастливую, добрую и невероятно интересную реальность. Отдельные слова признательности заслуживают педагоги и родители наших выпускников, которые всегда поддерживали вас, помогали преодолевать трудности и раскрыть таланты, учили смело идти вперед к новым вершинам. Уважаемые педагоги и родители, пусть тепло души, которое вы каждый день дарите детям, вернется уважением, благодарностью и достижением ваших детей и воспитанников. Успехов и благополучия во всем, дорогие ребята! С праздником!